Всем, кто меня слышит, я обнаружил вкусный борщик. Повторяю, всем приятного аппетита. У меня есть вкусный борщ, у меня в убежище. Вот так вот я передаю на средних частотах. И у меня есть очень вкуснейший борщец, борщичок. Сделал паузу, скушал борща с чесночком, с редисочкой, с черным хлебом. Ой, что-то руки аж дрожат. Тихо. Трехдневный борщ с холодильника. Апокалипсисом. А пожрать надо. Он мощный. Я же столько чеснока сожрал, поэтому всего за бок взял. Миска алюминиевая, хороша чем? В нее борща налил холодного, да? Включил печку электрическую, поставил прям так, ну подогрелась нормально, без вот этих микроволн, которые вредные вроде как. Мне как-то вот на огне оно как-то вкуснее, что ли. Да и прикольно. У меня в детстве алюминиевая была. И кружка, помню, еще алюминиевая была. Сейчас я вам покажу. Я же выживаю. У меня целый огород в бункере в моем. Вот у меня тут лучок, петрушка, укроп, там чесночок. Вот, сейчас мы вот так вот сделаем. Лучку резанем, а? Опа. Вот. Лучку. И вперед. Ага. Солюшку. Свежий, только с огорода. Жучий.
Опасная игра. Мэйдэй, мэйдэй, Хьюстон, у нас Борщевский. Хлеба дайте еще. Самый кайф. Ложкой шкрябаю, ну а что поделать? Это самая удобная ложка. Все эти деревянные, они какие-то неудобные. Ой, вообще-то что ты, что ты? Мукбанг апокалипсиса. Вот так вот. Всем спасибо. Всех обнял. До новых встреч.